Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу вам рассказать про курочек. Вот сегодня 7 января, и у некоторых тот, кто держит кур, не несутся куры зимой. Что делать? Я тоже через это проходила. Вот вы видите, у меня, в принципе, большое количество кур, да? Но таких вот прям реально несушек из них... 30%. Потому что вот эти большие, которые красивые, они, во-первых, уже не молодые, а во-вторых, они, конечно, не сушки. Они мясомолочные девушки. Вот она идет, вот она, красотка моя. Поэтому, если вы хотите декоративных кур заводить, ребят, не ждите от них яиц. Несушки – это вот прям коричневые курочки и серенькие такие, они прям вот рабочие, страшненькие. Вот тогда будете с яйцами. Это первое. Второе. Зимой световой день значительно меньше, поэтому я своим курам оставляю свет. Вот у меня, видите, такое освещение. Вот оно как дневное, лампа дневного освещения. Оставляю на 12 часов. Поэтому если оставить меньше, соответственно, яиц у них тоже они не будут вам нестись. А как я кормлю их зимой? Я кормлю, в принципе, добавляю единственное, что я варю кашу. Ну, для того, чтобы и жир у них не уходил, и чтобы у них все-таки они какое-то тепло свое сохраняли. И даю я ее ближе к вечеру, не с утра. Утром я даю зерно. Зерно у меня зерносмесь, там разные виды зерен. Троечку даю. Если интересно, потом поищите в интернете, узнаете, что это такое. Вот. Что еще? Вода у них. У них обязательно... Вот мы жарим шашлыки, или я камин топлю. Обязательно я им золу с угольками кладу. И обязательно всегда у них стоит песок. Вот вы видите, какая у них тут уже... Вот, пожалуйста, полезла. Она хочет продемонстрировать. Песок едят всегда. И, во-первых, это и кальций, и камушки им нужны обязательно для того, чтобы перерабатывать пищу. Поэтому вот здесь они у меня все время днем тусуются. В принципе, у них здесь не так уж и холодно, вода не замерзает. Здесь отопления никакого нет. А вот здесь они у меня спят. Вот они, если... И несут яйца. Если захотят, выходят вот через эту дырочку. Вот клеточки, да. Вот чем у меня обогревается. Я купила вот такая пластинка. Если вам будет видно, вот такая вот она у меня на стене. Вот она. И она у меня постоянно включена 24 часа. Постоянно. Если сильный мороз, то я еще им включаю вот такую лампу дополнительную. Сейчас я вам покажу. Вот у нее красное тепло и красный свет и еще красное тепло. Так, ну дальше не буду вас утомлять. И вот сегодняшний день. Что у меня сегодня? Я уже, конечно, собрала, чтобы мне не собирать, не лазить. И вот у меня сегодняшний день яиц. Вчера было 16 яиц. Сегодня вот 11. Ну, я считаю, что это очень даже неплохо. Вот. Так что, если что-то будут, какие-то вопросы, ребята, обращайтесь, пишите. Я с удовольствием отвечу. Ну, вот у меня такие мои курочки. Да, меню у них разнообразное. Я им и капусту ношу, и квашено могу принести. Все, что остается со стола, все я им даю. Делаю и свежую капусту, листы и верхние обдираю, все им приношу. Так что мои курочки едят разнообразную еду. Все, всем хорошего вечера.